Силами народной милиции ДНР при поддержке вооруженных сил Российской Федерации продолжается зачистка кварталов Мариуполя, прилегающих к заводу «Азовсталь». Несмотря на ожесточенное сопротивление националистов, наши войска освобождают дом за домом. Помещение огня в кавычках, которое не работает. Давай срочно на 39-й дом. Заводи, заводи их! Осторожней. Огневые точки не устраивают в домах по торцам зданий. Сектора у них обстрела, все идут на углах зданий. То есть простреливается, буквально все просматривается. И в основном, да, все уничтожены, вот все приходится выкуривать их, уничтожать, именно торцы зданий. Так как они укрепляются, я же где-то предположительно там третий, четвертый, пятый этаж. Это ответочка, да. Ну, у них то же самое, БТРы. БТРы, у них пушки 30-миллиметровые, крупнокалиберные, то есть уже снаряды. Не просто пули, а уже идут снаряды, тип классификации снарядов. Осколочными простреливают дома, которые у них отбила народная милиция. В ответку простреливают, не давая тем самым закрепиться. Вот, свистит, слышишь? Это уже по нам. Да, вот просвистело. Это уже идет оттуда стрельба, простреливают дома, из которых выдавили военнослужащих ВСУ. И теперь сейчас военнослужащие ВСУ пытаются простреливать, не давая вооруженным силам ДНР занять их позиции для укрепления. Невзирая на сложность военной обстановки, наши бойцы не забывают о мирных жителях, спасают из-под огня выживших. От обстрела бабулю вытащили. Как же состояние? Как состояние? Жива. Отключилась. Давайте, удачи вам. Во дворах домов появляются временные кладбища для погибших мирных жителей. Этот дом зачищен, в нем все чисто. Следов Азова здесь нет. Оттуда ведут огонь снайпер с 9-этажек. Его на подавление танком бьют и с бетера сюда. Сейчас они с пулеметов по нам работают. Сколько ты прошел уже домов вот за вот эти 40 дней боев, вот как пехотинец? Около 18-20. Так. Где-то так уж. Уже вошел, как, ну как назвать, вот этот военный ритм уже вошел или еще? Да, надо было выйти, да. Без этого никак не войдешь. Держимся, стараемся. Зачистка продолжается. Враг несет невосполнимые потери в живой силе убитыми и сдавшимися. Сторона постоянно бегает, мы их ловим. Будем ловить пока до тех пор, пока до последнего. Ну дай бог вам, дай бог.